3 мимо, черный 15, болшот. Не уверен, что менее напряженный, но все-таки дивизион. Если как бы брать в целом, все-таки, на мой взгляд, пантеры в этом матче должны реализовывать свое преимущество. Они сезон играли подлиннее в белой форме. Ну и Сиротюк. Сиротюк на периметре. И опять, да, так, приготовился к трехе, на него там вышли. В итоге немножко сумасшедший такой бросок. Ну и, пожалуйста, Соколов. Ну а тут у нас на площадку Осипов Иван вышел. Он опоздал немножко на игру. Прошел, скинул, а Сиротюк забивает. Центр. Ну и Смирнов опять. Вахрева задействует. Ну вот тут раскидали очень неплохо вейв. Эту атаку Потапов. В итоге чуть сопернику не досталось. Треха не долетает в исполнении, к сожалению, Лысова. Ну, а Сиротюк достаточно уверенно первый. И одно очко разницы у нас остается. Ну, вот. Второй туда же. За 10 минут до конца первой четверти все-таки догоняют Green Wave. Ну, и теперь будем смотреть, как Green Wave будет удерживать свое преимущество. Потапов наверх вернул. Осипов, хорошая раскидка. Пантеры сейчас очень неплохо все кидают. Осталось только забивать с такого движения. Уже атаковать. Промахивается 11, сам же подбирает. Ну а теперь Сиротюк. Здесь простор оперативный, но уже три игрока в белой форме в защиту вернулись. Так что Фундуков притормозил свое вот это движение в сторону кольца. Ну а Мальчуков тем временем на Сиротюка. И Егоров там мяч выбивает в итоге. И снова неторопливая раскидка от пантер в лицевую. Сиротюк. Кольцо после этого броска и подбор за пантерами. Ну и Осипов через центр потащил мяч на себе. Два очка. Коуст-ту-коуст. Сиротюк не бросал трешки. Возможно, сейчас решит. Но нет. Доиграли своего еще одного номинального большого. Ну, по ротации и... Пока количество сыгранных матчей, все-таки у них длинный сезон был, и играли они с очень сильными. Ладно, молодость, горячность, желание, а тут неточная передача от пантер, которая, вау, там улетает. Егоров, флоу в кольцо, подбор остается за Осиповым, Сиротюк в лоб, нашагал сейчас хорошо, промахнулся под... Против Смирнова. Сиротюк обострять не стал. Мальчуков под 45 заходит. Скидка. Опять раскидывают. Ну и в лоб. Сиротюк. На 20 очков разницы. Подберутся вплотную. Игроки пантер могут, по крайней мере, если атака сейчас успешно завершится. Осипов со средней. А в конце на остановке натоптал. Пробежку совершает 11 номер Green Wave. Ну и вот сейчас, я думаю, все шансы. Получается максимально слабый Мальчуков. Продолжает тут уже пантер развлекаться. Осипов. Егоров мяч в нападении привел. Ну, дают всем попробуем. И еще тут нужен был полукрюк, мне кажется. Можно было просто аккуратненько развернуться и забить. Но не в этот раз. Сиротюк сверху. Ну так, добавил. Не долетает бросок от Соколова. Ну и Осипов с дриблингом потащил мяч на себе. Все дальше. Ну а Green Wave остается у нас на перроне. Наблюдает за всем этим праздником баскетбола. Соколов треху из-за головы забивает. Соколов, баскетбольную школу ты не заканчивал, то бывают техники очень своеобразные бросков. Даже и самое... Я Шона Мэриона видел. Знаешь такого? В NBA играл. И еще Лонзо Бол, у которого вообще я не знаю, что за... Ну и 7 секунд до конца можно достучать. Мальчуков в лоб треху, метра полтора не доходя, забивает. Приятный звук, когда мяч по пальцам так попадает. Но вроде рука цела. На паркете Смирнов остается. Ой-ой-ой, тут у нас пошли алиупы в быстром отрыве. Команду начал говорить. У пантер-то все в порядке.
Соколов на получении раскидывает опять за счет передач неплохо. Ну и дает этот перехват свой. Ну и Пантер снова на половине соперника. Осипов никуда не торопится. Хорошая загрузка. Соколов, он уже забил у нас две трехи, так что, возможно, еще одну очень быстрый выброс от Егорова, который совсем не точно макал. Сиротюк от Егорова по кольцу опять покаталась, вылетела. Сиротюк через центр, ну это так встречается в этом серебре. Трёха, Смирнов мажет. Последняя минута у нас пошла. Бахарев через центр заходит, забивает.